две тройки и две семерки. В серийном номере у банкноты 10 тысяч тенге, которые лежат на байковой поверхности 28 мая. Тройка – это число материальности и материализации. Да? Так вот, энергия материальности усиливается в два раза у этой банкноты, потому что тройки расположились слитно в самом начале серийного номера. Семерка – это число успеха. Энергетика успеха тоже усиливается в два раза у этой банкноты, потому что семерки расположились слитно в самом конце серийного номера. Ну, достаточно красивый серийный номер у этой банкноты.